Друзья, всем привет. Короткий обзор по битку на 3 число. Давайте разбираться со вчерашнего дня, какие у нас были моменты. Протестировали контрольную зону, точку 3, значит был откат. В данной структуре я короткие позиции 2 взял и произвел фиксацию. С отката мы получили выгодные продажи в точке 2. Но импульсного движения мы пока не видим, да, чтобы выход за зону. Зону пока держит. Какие возможные варианты? Ну, данные позиции у меня в зоне стопа между зонами, да, и могут выйти по безубытку. Это ничего страшного. Значит, когда я буду, допустим, добирать, то есть буду смотреть, какая ситуация здесь. Если мы пойдем в разворот, будем собирать позицию. Если мы не удержим уровень 34 670, 34 800, грубо говоря, мы пойдем на второй диапазон, район 35 050. Значит, здесь нужно также рассмотреть продажи. Стоп-лосс для зоны 2 35 460. Если день будем закрывать выше, допустим, такая у нас может быть структура накопления в рамках переломов, да, то есть мы можем сходить на 35 800, грубо говоря. Здесь мы тоже можем рассмотреть продаж. Говорит о том, что лонг продолжается, мы можем только после того, когда увидим закрытие дня выше 35 985, примерно, можно сказать 36, через, вот, когда, если мы увидим 36, это мы можем смело говорить, что это лонг. Вот такие моменты. Так, для фиксации продаж какие точки мы должны использовать? То есть у нас есть минимальные пики, которые у нас были, цены, да, уровень ближайший, значит, контрольная зона 1.4. Тут ряд минимальных цен, нужно сеткой выходить. Плюс реакцию мы можем получить на четвертой зоне. Значит, это у нас диапазон 33 600 примерно, 33 500. Это у нас зона 4. Вот. Но это торговый план на сегодня. Ну, пятую можем добавить, но в рамках текущей волатильности у нас потенциал в течение дня дойти до диапазона, запаса хватает 33 360, 33 520. Здесь волатильность используется в ближайших 2 дней. В принципе, на этом все по обзору. Приглашаю вас на прямую трансляцию, значит, и подписаться на канал, чтобы не пропускать полезный контент. Вот. Трансляция будет проходить в 9:30, прямой эфир. Вот через 14 минут, значит, что будет на трансляции? Торговля реал-тайм по битку и плюс обзор ваших инструментов. Валютный рынок, индексы доллара, индекс доллара, S&P, и какие вам будут интересные инструменты, будем их разбирать. Вот. Всем успехов, всем хорошего дня, соблюдайте риски. Всем пока.